Котик, приятного аппетита. Смотрите, выложила всю свою косметику. Теперь вот так вот красивенько она аккуратненько лежит. Всем привет, ребятушки. На улице сегодня очень классная погода. Смотрите, как ярко светит солнце, ё-моё. Пол четвертого вечера, ребят. Ох, как солнечно. Интересно, я даже руку не махаю. Она сама махается. Вечный вихрь. А у нас работа. Завелась машина. Мы еще были дома, она уже завелась. Заведенная она. Идем, Андрей. Куда идем с пяточком? Взять трошки грошей и оформить паркоместа. Паркоместа. Получить на них документы. Документы. Что они уже полностью наши, что мы их можем продать. Ну, ты хочешь продавать? Нет, конечно, что дурак, достать машину негде. Мне чуть-чуть и тебе чуть-чуть, котик, держи. Я уже попил холодный. Виноград, яблоко. Какой вкусный сок. Хорошо. Банан, советую. Зашли с Андреем взять пиццу, вкусняшку домой. Ничего не дорого. Да, и взяли еще в Еве. Я зашла, взяла еще в Еве контейнер для косметики. Там покажу, потом приду, когда домой. А сейчас ждем человека тут еще и будем ехать домой. Женщина нам сказала, что мы... Идем кого-то поздравлять. Не, это доставка или шоу, вот я стою с пиццами. Это вы так ходите в таком виде? Я думаю, да. Ну, типа в шапках таких. Типа просто, ну да. Прикольно. А мы думали, что вы какие-то доставщики. Не, поздравлять кого-то идете. Поздравляйте, вижу, с руками, там, с коробками. Говорю, нет, домой. Я поняла. Беленькие, черненькие. Бывают и черненькие. У меня просто белая шапка, у меня черная. Сапер, если это шоу-шоу, я режиссер. Это? Ты дашь мультик посмотреть? Что? Посмотри на них. Молодец. Ну что, как я и обещала, показать свои органайзеры для косметики, которые сегодня купили. Видите, здесь можно складывать и помадки, и разные, там можно тоналку, наверное, положить. В общем, всю косметику. Смотрите, сколько ящиков. Они все разные, так что думаю, что-то туда положу. И потом покажу, как это все выглядит уже в комплекте. Будем складывать. В общем, вот такие вот органайзеры. И что я хочу сказать, качество такое у них крутое. Я просто покупала в Эпицентре таких пару штук, и качество вообще было не такое. Это прям, я не знаю, оно стоило там до 150 гривен, а в Эпицентре дороже такое стоило. А в Еве вообще такая хорошая цена была, и качество очень крутое, я вам скажу, ребят. Прям так, будто для профессиональной косметики какой-то. Очень круто сделали. Такое тяжеленькое еще. Ну что, ребятушки, смотрите, как получилось. Я все поскладывала, так красиво и удобно. Теперь будут краситься. Я выложила всю свою косметику. Теперь вот так вот красивенько она аккуратненько лежит. Теперь будет удобно и краситься. Видно все, где что. Вот так вот. Я люблю, когда вообще дома порядок. Все остальное я храню в тумбочке. Электроника, тут фен, плойка. Ну, все такое, что нужно для причесок. Вот, вот эта плойка очень крутая, она накручивает волосы, я вот могу сама себя накрутить за минут 5 или 10, не больше, и она очень круто крутит локоны. Фен этот вообще, как самолет гудит, такой мощный прям. Что-то еще интересного есть такого, чтобы вам показать. Вот эта плойка моя первая, конусная была, она тоже очень классно крутит, но самой неудобно себя крутить ей. Вот, эта штука тоже классно укладку делать. Расческу, чтобы выпрямлять волосы. У нас с Андреем не только одежда одинаковая, шапки там, как вы видите на видео, а еще и духи. Мы пшикаемся одинаковым запахом. Мы покупаем одну бутылку, но это мы просто взяли две, потому что мы были в аэропорту, и там были скидки вот на такие вот бутылки. Ну, типа, там можно было дешевле взять ее.
Вот, и мы взяли две бутылки. Так мы, а вообще мы берем одну бутылку на двоих и пользуемся вот так вот, пшикаемся одинаковыми. Ну, типа, тут такой вкусный запах. Мне нравится. Сегодня у нас на ужин будут блинчики. С рыбкой сделаю. И, может, сладкие какие-то еще. Посмотрим. Сначала надо их нажарить, а тогда будем решать, с чем будем начинять. Замешаю тесто сейчас. Все, тесто у нас получилось однородной массы, такой вот красивой белой, и будем теперь жарить. Что случилось? Что ты кричишь? Что ты кричишь, я спрашиваю? Что такое? Что такое? Эльза, кушай блинчик, я тебе дала блинчик. Что? Говорит, всем привет, да? Всем привет. Всем привет. Понятно, Эльза. Ты артист. Артист. Эльза артист. Да. Артист. Клетку надо почистить, тебе уже грязная. Да. Молодец. Молодец, ты послушная птичка такая, да. Какаешь куда надо. Умница. Ого, уже 1:38 ночи, ничего себе. А у нас целая тарелка блинов. Сейчас будем заворачивать. В общем, я решила сделать блинчики с куриной начинкой. Тут у нас получается отваренное куриное филе, плавленый сырок и 2 помидорчика. Это все на блендере сбила, и получилась вот такая вот начинка. И просто с рыбкой будут. А еще с малиновым вареньем. В общем, наш ужин готов. Вот эти блинчики с рыбой, вот эти с курочкой. Я сделала еще с малиновым вареньем вот такие. И чаечек. Сейчас у нас уже на часах... Сколько времени? 2:00 ночи. Надо звать Андрея. Котик! Котик, приятного аппетита. А что это такое большое? Это блинчики. Это они? Нет. А, это не они? Угу. Просто знаешь, это типа это сосисочки, а это сардельки. Знаешь, вот сосисочки и сардельки. А это вообще типа другие вкусы? Да. По сравнению с этим. Это все разные. А. Ну, короче, ну тут я понимаю, что это сладкое. Угу. Тут оно даже так и не видно. Рыба? Да. Рыба. А тут красная рыба причем. А тут что тепленькое, горяченькое. Наверное, какое-то, может, мясо? Да. Ну, видишь, я... Курочка. Я жену слухаю, да. Нормально? Даже киндер оценил. Знаете, что самое интересное? Что такие блинчики, хрен ты встретишь каких-то столовых. Потому что такие блинчики стоят типа недешево сделать. Либо даже стоит нормально, да? Если это должна... блинчики на том молоке, который мы покупаем. А, еще другое молоко? Да, там чисто... Чистое мясо, без всякого... Чисто на молоке на том, потом там куриное филе на блендере я сделала и еще ну, добавила... просто если такое бы делали, оно стоило бы очень дорого. А если бы оно стоило очень дорого, тогда это нужно продавать в ресторанах, а не в столовых. Вот. Короче, такая вот запутанная цепочка. Да, ну блин, это же домашняя еда, а не ресторанная. Ну, я имею в виду, что он, ну, тут чувствуется, что не говна намешали для веса. Для веса? Да, а типа реально мясо. И чаечек. Ну, это мой любимый. Это который типа заварной, это, ну, который джем, да? Да, малиновый. Зимой, ребята, когда на улице +5, в январе, мы посмотрели, в общем, я точнее посмотрел сам погоду.
ребята, зима просто шикарная. Мы сегодня вышли на улицу, такое солнце было, как будто весна. Да, где-то апрель даже уже, даже не март, а апрель такой приятный. Я посмотрел на ближайшую неделю, где-то будет скоро через неделю плюс 7. Ого, да. Плюс 5, плюс 7, минуса вообще нету. Ребята, у нас не знаю, у кого в Киеве 2 месяца нету зимы. Нахрена я вообще покупал? Не, ну зимнюю резину понимаю, зачем покупал. Снега вообще не было, скажи. Один раз что-то еле тут что потрусило, что и то я даже не дожил. Он так сел и потал сразу, да, и все. Да. Один раз. И все. Вообще зима как-то. Не, типа я не расстроен, но я бы не против был бы чуть-чуть снежком, что так, ух, прикольно, все. Спасибо, забирайте. Даже Миша говорил, что нет в этом. В горах. В горах, покататься. Да. Только в одном месте, там хрен знает где. В Буковеле, да? Да, и то там уже снег такой себе, типа, по сравнению, типа, совсем более-менее, но тоже говно. Но, да. Понятно. Зима у нас такая. Сегодня мы еще поедем к Софии. У нее сегодня день рождения. Ну, сейчас просто уже ночь наступила, а мы днем поедем. Сейчас, кстати, на часах 2:30. Да, 2:30 ночи, а ребята блинчики кушают. Мы просто немного сегодня убирала дома и не все сделала, конечно, но... А я ролики снимал. Завтра буду уже дорабатывать. И в мафию играл онлайн. Ну, скоро, ребята, я жду уже, скоро должна приехать вторая камера, и будет мафия в реальном времени, съемка на канал. Короче, я думаю, что многие оценят, многие поддержат этот проект. Так что ждите. Посудомойку загрузили, таблетку нужно положить. Таблетку положили, закрыли, включили. На 3-4 часа. О, все. Плиту помыли, гриль помыли. Все. Кнопа. Давай кушать. Кушать. Все. Всем пока.